Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1306. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ну и объявление. Затормозите, и можно тут подробно узнать. Ну и переписка тут, разговоры людей, это беру на нашем содружестве, чате. Ну, события. Это воскресный день. В субботу долго возились с рыбой. Показывают, центера полтора сразу вытащили. Мелкое, много чистить. И кое-что осталось невычищено. Так что Володя в воскресенье предложил затопить в Никитином доме. Павла Лапкина дом бывший. Смотреть надо, почему-то печка задымила. А тут гости какие-то приехали в Потеряевку, бывшие потеряевцы. Но я их провел к Валентине, там побеседовали. Утром богослужение было, батюшки не было, он в Барнауле был. Сейчас дня занятия, кое-кого не было, разъехались. Но все это записано, потом можно посмотреть будет. Отдельно по брошюркам, которые раздавал, беседа была. Видно, что они не православные, но хорошие были. Не надо их брать. Так воскресенье-то и прошло. Думали, где сушить бредень новые. Невод. Только не на солнце, потому что оно солнечные лучи разъедают то, что мы завязывали. И нашли место, где у меня здесь на скворечнике, на веранде, где солнца нет, но они что, высохли. Так.